Приехали в магазин, где есть все. Хочу купить форму себе стеклянную, здесь дешево. Заодно сейчас покажу вам крышки, как Фаберлик тут были. Видела. Вот прям все-все. Какие классные штучки. 300 рублей. Вот формы пошли. Так, ну это обычные 300 рублей железные. Огромные, смотрите, какая меткая, даже в духовку не влезет. Все для дома. Так. Это на что? Слушайте, это комплект разделочных досок 999 рублей. Что-то какой-то тяжелый. Или это одна доска? Огромная. Что-то я стеклянную форму не найду. В прошлый раз видела. И крышек силиконовых не вижу. Но есть вот такие крышки, помните, в Фаберлик такие тоже были. То есть отпрыск. Почем они, интересно? Так, вот. А, вот она одна, смотрите. 400 рублей. 400 рублей. 22, 24, 26. Только красная. Вот то же самое, как Фаберлик абсолютно. Вот такая крышка. Почем, интересно, отпрыск, девчонки? Не найду ценник. Не найду. Нашла 99 рублей, представляете? Класс. Еще мне нужна фольга. Смотрите здесь. Какой огромный метраж фольги. По 300 рублей. Мне столько много не нужно. 49 рублей, девчонки, фольга. 10 метров сколько тут? Для приготовления пищи. 49 рублей. Я вот такую возьму сейчас. Коврики всякие для запекания. Дешево тоже, кстати. Вот еще крышка лежит. Такая же. Девчонки, я не нашла стеклянную форму. Прям потерь-потерь. Сейчас фикс схожу, может, фикси есть. Потому что, ну, такая мне не нужна. Стеклянная, они как-то лучше моются. Сейчас швабру еще поищу. Еще, девчонки, хочу себе уги. Вставил ноги и пошел. Прям обычный совсем. Но есть интересные всякие. Так, тут какая цена? Может, не фокусируется камера. 899 рублей, смотрите. Девчонки, 500 рублей. 500 рублей такая красота. Так, девчонки, сейчас покажу, что купила. Взяла вот эту фольгу все-таки за 49 рублей. Мне сейчас нравится готовить фольги без масла и так далее. Форму не нашла стеклянную. Потом, может, в другой хозяйственный магазин заедем. И швабру не нашла. Фикси вообще нет тоже форм стеклянных. Дожили. Так, взяла ребенку шапку. Вот такую красивую. За девчонки, 650 рублей. С завязками, зимние, теплые. Вот такая вот красота. И мех хороший. У нас есть такой магазин. Прям шапка классный. Вот. Такая здоровская. Держи, котен, шапочку. На, посмотри, какой. Держишь? Так. Это взяла ребенку тоже. Она попросила купить ей сюрприз. После танцев, после английского обязательно надо чем-то поощрить. Чем поощрить? Любимыми куколками. Держите, дамочка. Лол. Ага. Так, и еще вот такую штуку взяли. А где мы эту штуку-то взяли? Я забыла. А, в КБ. Мы заходили в КБ попить-купить. И там вот эти вот штуки. Лизуны. Очень нравится их крепить на панели в квартире, либо на стенку, да? На шкаф. И он вот так вот сползает. У нас кот с таким лизуном тоже играет, любит. Я не помню, почему они в КБ были, девчонки. На, тебе еще один сюрприз. Ух ты, китик. Так, взяла витамин Е. У меня кончается одна капсула. Осталась, сейчас пью. Вот такой вот. Только у меня было 200 миллиграмм. В аптеке не было 200. Буду пить через день. Так, дальше в аптеке еще что-то я брала. Девчонки. А, аскорбинку. Сейчас пьем аскорбинку всей семьей. Вот такую, потому что пандемия. Вот такую вот аскорбиновую кислоту. Здесь достаточно ее большое содержание в дрожже. И всей семьей потребляем. Это хорошо. Так, взяли приставку. У нас на кухне сломалась приставка. У нас в зале триколор, а на кухне у нас приставка, которая показывает цифровая. 20 каналов, да? За 950 рублей взяли новую вот такую приставку. И здесь еще как-то Wi-Fi можно подсоединить. У нас есть от Wi-Fi роутера антенна. Мы попробуем. Будет круто, конечно, если можно будет Wi-Fi подсоединить к этой приставке. Дешево и сердито, как говорится. Маленькая такая, компактная. Так, дальше что взяла? Так, тут у меня... А, взяла вот такие вот, выбрала себе, девчонки, ботинки. Вот цену ни за что не угадаете. 500 рублей, по-моему.
если не ошибаюсь, это от бантинок. Нет, это от приставки. Чек, чек я не взяла, наверное. 500 рублей, девчонки. Здесь булавка с вот такими висюльками. Ее можно, кстати, убрать. Они вот так вот могут заворачиваться. Такой необыкновенно мягкий мех. Это, знаете, вот так вот, ну, в школу за ребенком вставил ногу и пошел. Хотя у нас школа уже не работает. Пишите, у вас работают. Нет, у нас закрыли на неделю раньше, до каникул, и объявили как будто двухнедельные каникулы. Пока. Но поговаривают слухи, что такая песня будет до Нового года. В общем, мы пока на каникулах. Неделя каникул уже прошла. Впереди вторая. Вот такие боты, девчонки, за 500 рублей. Вот такой вот мягкий мех. Такие они красивые, переливаются. Под парочку зимой вот так вставил ножки и побежал. Я люблю удобную обувь сейчас. На каблуках вся моя обувь стоит. И вообще, ну не знаю, это, наверное, с возрастом. Вот второй. Как они выглядят в развернутом виде. Я мерила в развернутом. Симпатично смотрятся. Вот такие вот бочки. Ой, падает. Такие вот бочки, девчонки. Мы приехали на рыбалку. Сейчас будем пытаться опять поймать щуку. Да, в прошлый раз мне удалось поймать одну. Надеюсь, и сегодня улов у нас будет, да? Да. Конечно, всем привет. 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 Сейчас немножко попытаем счастье, потому что мне понравилось. Нам этой щучки хватило наесться, которую я поймала прямо. И я люблю, мне нравится. Она была здоровая. Здоровая? Она была здоровая. Так что вот такие покупочки все вам показала. Если еще поедем сегодня в хозяйственный, покажу вам свою любимую швабру, которую мою полы уже лет 20. Девчонки, так всем что... привет. Поздоровайся, привет. 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 Про швабру вам хотела показать, покажу попозже. Девчонки, заказала в Галамарт. Заказала в Галамарт швабру, заказала много чего интересного. Потом вам покажу. Наткнулась на пост, что у них до 5 ноября скидка. Скидка 300 рублей. То есть там по промокоду минус 300. И, в общем, я заказала на 1500, а в итоге 1200 заплатила. В общем, самую любимую вам швабру покажу в обзоре Галамарта. А сегодня мне пришла очень интересная посылочка. Сейчас вам расскажу. Девчонки, заказала я вот такой вот стульчик Кузя. Классный, классный стульчик, ортопедический. Заказала его прямо с мебельной фабрики. В цвете коричневый. Вот у меня коробочка подписана, цвет коричневый. Это стул для ребенка. Просто находка. Наткнулась случайно в интернете и поняла, что нам надо. Нам надо, очень надо, потому что он исправляет осанку, а мы горбимся. Мы сидим на нашем стуле плохо. И поэтому это просто покупка, я бы сказала, к школе необходимая на самом деле. Фабрика, кстати, находится у них во Владимире. И он мне пришел до Тулы дня за 3, девчонки, этот стул. Ну, вообще классно. Сейчас расскажу все про цену, расскажу, где заказать, если понравится и так далее. Будем с вами вместе распаковывать. Если получится собрать у нас его с вами без папы, то мы его с вами сейчас и соберем. Если не получится, тогда вечером папа придет с работы, соберем. Сейчас будем распаковывать, а я покажу пока, какой у нас стул был до этого. Вот такой вот стульчик, обычный детский компьютерный, с вот этими вот ножками, да. Это еще мой стул, девчонки. Я его даже обшивала тканью. Мой стул со школы. Я на нем сидела. И, вы знаете, не сидит она на нем все равно ровно, и хоть и спинка вроде такая есть, все равно нет, горбится и неудобно, и, в общем, хотим мы его в ути. Сейчас будем распечатывать, не получается, да? Он тут добротно, а, тут у нас, смотрите, скобами, скобами. А, нет, вытаскивается вроде, да, Катюн? Да. Отрывается, только пальчик не порань, да, они у нас... Ой, там скотч. И скотч, а скотч я отрежу, давай. Подержи шторочку, а я сейчас скотч отрежу. В общем, это, девчонки, стульчики растущие, они регулируются. Под любой возраст. Ой, там пенопласт. Слушай, ну, сколько много. Рады пенопласту, да? Так. Тоже штучки эти. О, у нас маникюр. Покажи свой маникюр. Правда, уже чуть подоплес. Мы захотели маникюр с блесками. Вообще с ума сойти. А он там не достанется. Это же коробка. Ой, я рву, девчонки. Рву коробку наглым образом. Так. Пенопластик достаем. Пенопластик достаем. Один порвался. Сейчас мы все из коробки достанем. Она вот так вот какая-то узенькая, да? И... У нас там все детальки. Сейчас много пенопласта. Ух, ничего себе, смотри. Вау, держи пенопласт. Сейчас мы все достанем, я вам покажу. Чёрки, вот мы все достали. Все помимо пенопласта еще такие пакетики упакованы. Хорошо. Вот какой цвет. То есть у нас мебель почти вся венга, кровать детская, да. И он нам по цвету подходит. Хотя там были расцветки абсолютно разные. Голубой, розовый, желтый, вообще какой душе угодно. И зеленый, да, мы выбирали. Конечно, ребенку хотелось яркий. Ну, к чему нам яркий, если у нас мебель вся такого цвета? Так, у него тут должна спинка регулироваться, сиденье, подножка. И нужно правильно установить детали, чтобы был изгиб 90 градусов колени между бедром и голенью. Так, и стопа стояла на подножке. В общем, этот стул, он растет вместе с ребенком. То есть там, я не знаю, как ребенок научился ходить, сидеть, можно его брать, и он будет расти до какого возраста, до любого, потому что я смотрела, читала отзывы, подробно все изучала, смотрела на сайте, там девчонки и взрослые на нем сидят даже.
Вот. Он способствует развитию правильной осанки. Это сейчас для нас очень важно. Мы в первом классе, потому что... Ну, сейчас упустим осанку, потом будут проблемы со спиной. Сейчас я буду пытаться его собрать. Здесь у нас крепления были, котен. Где мешочки? Он у тебя на кровати лежат. Давай. Здесь у нас были... Вот такие вот крепления в комплекте. И есть инструкция. Я люблю сама мне, потому что ждать вечера не втерпёшь. А вот еще такие штучки. Вот, смотрите, как в итоге должен выглядеть этот стул. Мы будем смотреть, на какой высоте нам устанавливать сиденье, на какой высоте нам устанавливать подножку, да, под наш возраст. Будем все это регулировать, делать. Я, в принципе, думаю, тут деталей не очень много, что мы сейчас должны быстро с вами справиться. Ой, какой красивый. И, кстати, здесь все выполнено по ГОСТу, и он еще у нас покрыт краской. Покрыт краской, по-моему, акриловой, девчонки, если я не ошибаюсь. Я сейчас найду информацию, чтобы вас не обманывать, и расскажу вам поподробнее. Ну, распечатай. Тебе уже не терпится, да? Угу. Не терпится вообще, капец. Так, он у нас, да, от 6 месяцев до 16 лет, девчонки, выдержит до 120 килограмм. То есть меня выдержит. Меня выдержит спокойно. И еще в комплекте, если у вас маленький ребенок, можно, кстати, заказать, потом будет, я подумаю. Но нам не нужен этот уже столик. Есть столик, который впереди этого стульчика будет еще столик. Бывает у них там на сайте, и недорого, кстати, стоит. Нет, не столик, это у нас будет сиденье. Стол для кормления и ограничитель. Ограничитель, чтобы ваш ребенок никуда не убежал. То есть пока он маленький, такой столик может стоять у вас на кухне и быть стульчиком и столиком для кормления. Так, у нас здесь МДФ и фанера класса Е1. Вот читаю вам информацию, чтобы вы понимали. А, акриловая водоэмульсионная краска. Самая экологически чистая на данный момент краска из существующих. Легко моется, без запаха, без вредных выделений. Да, абсолютно никакого запаха от стула нет. Есть. Ну-ка, дай поди. Очень вкусный какой-то. Нет, ну это не от стула, это, скорее всего, вот от этих бумаг. Ну да. Стул не пахнет. Так, и гарантия у них еще год. А срок службы они обещают 10 лет. Цена стула 3990. Так, ну все, погнали мы собирать. Сейчас постараемся вам аккуратно показать итоговый результат. Так, девчонки, собрали. На самом деле разобраться было просто. Загвоздка возникла в том, чтобы вот правильно установить высоту. Поставь ноги ровно. Вот у нас, смотрите, угол 90 градусов должен быть здесь и здесь. То есть сначала мы сделали то высоко, то еще как-то, еще как-то. Вот я теперь думаю, спинка. Ну-ка, облокотись на спинку. Не знаю, может, на одно деленице пониже ее сделаю. Спинку. И получится, мне кажется, получше. Вот у нас мы ставим ножки, подставка сиденья, и все это дело регулируется. То есть на какую нам высоту надо, тот мы паз выбираем, поднимаем выше, ниже, выше, ниже, чтобы ребенку было удобно, да, сидеть за столом. Сейчас попробую все-таки на один паз, наверное, пониже опущу. Потом у нас еще тут есть заглушки, и у нас еще, девчонки, есть какие-то наклейки. Надо клеить их снизу. Надо куда-то клеить их. Они, по-моему, прозрачные, чтобы ребенок не поранился, по-моему, силиконовые. Мы сейчас все посмотрим с вами. Так, ну все, девчонки, вроде довели до ума. Оказывается, наклейки эти надо было клеить в начале. На вот эти детали, которые между собой, да, стульчик стыкуется, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Вот тут. Ну ладно, мы не наклеили. Посмотрим. Мне уже разбирать неохота, на самом деле. Вот. Я немножко вглубь туда еще подвинула сиденье. Посмотрела, как правильно на сайте. У них там есть видео. Да, немножко вглубь. Сиденье вставляются вот эти, кстати, в пазы. А потом все вот эти болты сбоку закручиваются. Чем они у нас закручиваются, котен? Ты знаешь, как называется эта штука? Шестигранник. Во, куда-то я его уже делала, все. А вот, ну, в общем, все просто. То есть ничего тяжелого, чтобы собрать этот стул, нет. Единственное, что нужно отрегулировать высоту, спинку. Вот это все, это, конечно, важно. Потому что именно для этой цели он покупался, чтобы была правильная осанка. Так, в общем-то, вот так он выглядит у нас в собранном виде. Здесь заглушки такие были в комплекте, чтобы мы все болтики закрыли с вами. О, вот эти тоже, наверное, закрываются. Сейчас мы их закроем. Ой, один не закрыла, котен, давай еще заглушку. Так, какую вот так, чпок, коричневые вот эти. Они подо мной, я на них сижу. Ну-ка, вот эти закрываются. Сейчас посмотрим. Но они все сели. Да, они закрываются все. Вот изнутри. Оп, все. Так, вот как выглядит стульчик. Сейчас мы его поставим к столу, она попробует сядет, посмотрим, как это будет выглядеть. Ну вот, в общем-то, мы уселись. Под цвет мебели, да, нам все подходит, все здорово, гармонично, красиво. Под стол под наш подходит, то есть коленки не мешаются тебе там, да, все нормально. Да.
Вот, задвинули. И ножки стоят у нас на подставке. Сейчас это двинем, покажу. Ну вот, здорово получается. Мы все правильно сделали. Вроде, я надеюсь, в коленях 90 градусов угол. Ножки стоят на подставке, не на весу, и спина прямая. Это важно, на самом деле, потому что врачами-ортопедами именно такая спинка рекомендуется для занятий. Классно, в общем. Тебе нравится, Катюн? Но так ложиться не надо, его надо пододвигать к столу и сидеть ровно. То есть мы можем его сделать выше, если у нас вдруг будет другой письменный стол, мы сделаем его выше. Если у нас будет ниже еще стол, мы сделаем ниже, и подставку для ног ниже. В общем, здорово, с самого рождения вот и до 16 лет вот этот стульчик вообще очень крутой. Я тоже попробовала, кстати, села, ничего подо мной не рухнуло, все нормально. Вот. Но тебе нравится? Удобный стульчик, да? Она прям рада ему, говорит, стульчик Кузя. Я прям с мебельной фабрики, в общем, делала заказ, девчонки, называется «Друг Кузя». Я вам ссылку оставлю на сайт и ссылку оставлю на Инстаграм. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Я прям всем довольна, мне очень все понравилось, качественно, здорово, красиво. Ну-ка, встань, задвинь его к столу, как он будет смотреться, когда не сидишь. Он громоздко не должен смотреться, он задвигается под стол. Ой, котен, у тебя, конечно, шорты вообще просто огонь. Сейчас я задвину, давай ровно. Сейчас я задвину, девчонки, ровно и вам покажу. Вот, вот мы почти его до конца задвинули. И то есть он не занимает места. Да, у нас тот стул полностью не задвигался и занимал много места. Этот вообще классно. Компактно, здорово. Еще забыл сказать, кстати, есть мягкая спинка, у них продается в комплекте, она, наверное, привязывается, да, такой, как бортики на кроватку, и мягкая сидушка. Я вот не знаю, подумаю, заказать отдельно или нет. Вот еще с чем-то там комплект стоит, ну, невелики деньги, чтобы было мягкое сиденье, мягкая спинка. Есть на сайте у них. Ну, а так, в принципе, все кул. Cool. Я, девчонки, довольна все 100. Двигай, двигай, двигай его, двигай. Нормально, кстати, ездит, ламинат не царапает. Хорошо так покрашен и сделан без недостатков, без всяких зусенцев. И подняла ты его, не тяжело? Нет, подняла, вот донесла нормально. Все, поставили стульчик. Блин, я рада, у нас теперь хоть нормальный детский стул. Ну, я вам показала наш старый, и это какой-то вообще ужас. И под мебель подходит, под цвета. Да, стоит, да. Наглаживать. Ну все, девчонки, ссылки все оставила под видео. Инстаграм, сайт, все полезные ссылочки, короче говоря. Я с вами на этом буду прощаться, на этой ночи. У меня скелетик тут на заднем фоне еще с Хэллоуина, да? Сейчас, сейчас, и тебе покажем, и ты помахаешь. Я прощаюсь с вами, мои хорошие. Если было вам полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем хорошего настроения, не болейте. Всем пока-пока. Пока.